Так, вопрос с малым я решила. Значит, вторая часть о фильмах, которые я посмотрела в ноябре. Значит, жену Миши Япончика звали Циля. Вот, там небольшая разбежность с историческими моментами, вот, но тем не менее. Ну, там в духе, например, в фильме есть еще отец, а в жизни он уже умер и так далее. Вот, значит, следующий момент. Очень хочу посмотреть сериал «Царство». Еще год тому назад. Когда? Ну да, практически год тому назад я думала, что на зимних так называемых каникулах от работы у нас выходные были большие до 10-го. Я себе сока, с вашего позволения, налью. До 10-го января у нас были так называемые каникулы. И тут полстаканчика сока осталось. У нас сок уходит в больших объемах, что свежевыжатый, что покупной. Значит, я хотела этот фильм посмотреть еще когда на работе у нас были выходные с Нового года, там, по-моему, по 10 января. Но не получилось, потому что я очень сильно заболела и просто слегла на все эти дни, практически все это время проспала. Вот, и вышла на улицу только после того, как выздоровела. Вот, первый раз, когда ехала на работу. А у меня в тот день просто невероятное было головокружение из-за того, что я столько времени не выходила на улицу. Я вставала только в туалет, в ванную, все. И покушать мне приносила бабушка. Это была жесть. Также я посмотрела видосы очень клевого блогера Василий Байдак его зовут, вот. А, значит, у него реально юморные ролики. Но это тоже было где-то год тому назад. Просто не могу не поделиться. Очень клевый блогер, как по мне. Я что хочу сказать? Я хочу сказать, что у него очень юморные ролики. Мне кажется, что он далеко пойдет. Нужно будет, кстати, посмотреть, как у него дела и как у него что изменилось за этот год. Также мне очень нравится тайваньская актриса Рэнни Ян. Вот, у нее есть такая клевая дорама, как «Дьявол рядом с тобой». И хотя я не имею правил что-либо пересматривать и перечитывать, за исключением каких-то детских книг для ребенка, да, вот, потому что в основном я все это читала, и либо я хочу какими-то книгами поделиться с ним, поэтому ему перепрочитываю их, либо же это просто детские книги, которые мне читали в детстве, или я читала в детстве, и я читаю сейчас ребенку их, вот. Поэтому как-то так, вот, значит, но именно эту дораму я пересматриваю каждый год с 17 лет, и я в огромном восторге с нее. Особо мне не заходят больше никакие дорамы, прям вот настолько близко к сердцу, вот, но как «Дьявол рядом с тобой», кстати, рекомендую к просмотру, но мне очень нравится актриса Рэнни Ян, я периодически смотрю ее Инстаграм, ее YouTube канал, слежу за ее жизнью. Она вышла замуж, вот. Я очень за нее рада, потому что, ну, в принципе, она и говорила, что раньше где-то 35 лет она замуж не выйдет, и дети тоже. Потом, потом, потом. Вот, значит, также. Но, тем не менее, я перепросматриваю ее дорамы какие-то периодически, поделюсь с вами обязательно. Я думаю, в декабре или в январе более подробно. Вот, ну пока как-то так. Значит, Восток-Запад. В этом сериале снимается актер, который играл Бехрам Пашу в «Великолепном веке». И несмотря на то, что «Великолепный век» мне так и не зашел полностью, но мне смотрела его бабушка. Вот, я пыталась, но у меня как-то не срослось с его просмотром. Актер, конечно, великолепный, красивый там мужчина, да, играет, вот. Что в этом сериале от «Восток-Запад» он тоже играет. Он играет врача-репродуктолога Кемаля Дениза, вот. Да блин, надоело уже сообщение в WhatsApp. Кемаля Дениза он играет, врача-репродуктолога, и, значит, оказывается, этого актера в феврале 2020 года, ну, то есть этого года, да, его посадили в тюрьму на 16 лет и 8 месяцев. Почему его посадили? Потому что, я так понимаю, что он принимал, у него в семье, у его родителей 6 сыновей и 3 дочери, вот, и он, значит, с братом принимал наркотики, и во время захвата их дома он оказал сопротивление, убил 6, это твою мать, а! Убил 6 полицейских и задержал также людей. Вот, захватил заложники. И поэтому такой большой срок он будет отбывать. Вот вам, пожалуйста, к сожалению. Это при том, что в той же Корее очень осуждается, если актеры употребляют алкоголь или курят сигареты. И если же они... Принят новый закон, если они отбывали какой-то срок,
Даже самый какой-то вот незначительный, даже по ошибке, дорога в актера им закрыта, дорога в публичные личности им закрыта, все. С одной стороны, это правильно, а с другой стороны, могут посадить, извините, ни за что. Ну, в принципе, я не знаю, насколько эта система работает в Корее, потому что, ну, у нас работает прекрасно, посадить ни за что. А также по поводу, кстати, «Ничто не случается дважды», это сериал Оксаны Байрак. Вы знаете, что я в огромном восторге от нее. И я не так давно ее вспоминала, вот. Как раз думала, чтобы мне посмотреть от Оксаны Байрак, и тут вдруг «Ничто не случается дважды». У этого сериала есть вторая часть, но, к сожалению, на Ютубе я посмотреть ее не могу, потому как она закрыта от просмотра в России, а в данный момент я нахожусь именно в России. Многие русские почему-то думают, что это русский сериал, я не знаю насчет этого, я знаю, что Оксана Байрак украинская сценаристка, продюсер, режиссерка, если я не ошибаюсь, писательница, авторка, да? Может, я что-то сейчас лишнее приписала, но, по крайней мере, это то, что я вот сейчас, как я помню, вот. С большой буквы, женщина с большой буквы, молодец, трудяга, обожаю фильмы новогодние, какие-то перед Новым годом, у нее всегда невероятные фильмы, невероятная история какая-то, но этот фильм «Ничто не случается дважды», он просто восхитил меня игрой актеров, той большой любовью, которую они сыграли. Это просто невероятнейший фильм. Я просто в таком огромном восторге от него. Просто невероятно. Значит, «Ничто не случается дважды». Есть вторая часть, как я уже сказала. Буду обязательно смотреть, буду ее искать на Ютубе. Где-то буду искать, буду обязательно смотреть. Значит, следующий сериал «Между нами девочками». Первая часть была от еще раз, по поводу «Ничто не случается дважды». Игра актеров просто великолепна. Я даже не представляю этих актеров от главных героев с кем-то другим. После него очень тяжело что-то еще смотреть. Это как есть очень хорошие книги, после которой тяжело взять другую книгу. Ты понимаешь, прочитывая ее, что сейчас вы попрощаетесь с этой книгой, с этими героями, с этой обстановкой, и тебе становится тяжело на душе, и ты замедляешь чтение, чтобы не так быстро расстаться с этими героями, с этой историей. Я чувствую, что у меня даже через пудру, через хайлайтер проходит уже сейчас. Лицо просто горит невероятно, и мне кажется, это скоро будет конкретно заметно. «Между нами девочками», для тех, кто хочет отдохнуть, создателей 95-го квартала, этот сериал от создателей Сватов, вот. Есть вторая часть, вторую часть смотрела, но она уже не от 95-го квартала, и она уже не такая интересная. Мне больше всего была интересна история Леси и Тёмы, но, к сожалению, ее особо не показали, вот. Можно было лишь между строк прочитать какую-то любовь, какую-то вспышку между ними и лишь додумывать, как развивалась их история дальше. Третьей части, к сожалению, не будет. Как сказала Меньшова, «Отель Гранд». «Отель Гранд» — это, если олдскулы помнят, сериал «Кухня». «Отель Элеон» также любителям этих сериалов можно было бы посмотреть, да даже и нет, даже не отрываясь. Там, в принципе, нет особой привязки к истории, к предыдущим сериалам, да, поэтому можно посмотреть и так. «Отель Гранд» — 4 части, посмотрела только одну, в декабре буду смотреть и другие части тоже. Вот, поэтому я уже вам сейчас рекомендую в списках сериалов. В списках сериалов, да блин, что тут такое, в списках сериалов декабря, я не знаю, буду я говорить об этих фильмах или нет, но еще раз, «Ничто не случается дважды» есть вторая часть, и «Отель Гранд» их 4 части. Я, пожалуй, себе сюда вот запишу «Отель Гранд», чтобы я посмотрела второй, третий, четвертый сезон, и «Ничто не случается дважды». Есть второй сезон, его тоже посмотрю. Может, обсудим в декабре, может, нет, не знаю. Ну, возможно, да, возможно, да, возможно, их посмотрю. Вот, главное найти, главное попытаться как-то это сделать, я не знаю. У меня почему-то, ну, как, можно найти в поисковике где-то, но у меня очень сильно тупит телефон почему-то на видео, которое ты находишь просто в поисковике. Да, все, лицо краснеет. Поэтому я не знаю, смогу ли я посмотреть и... Следующее, что я хотела обсудить, это Екатерина Диденко и «Сухой лед».
Боже мой, я знаю, что эта история уже давнешняя. Вот, я это все прекрасно знаю. Но она уже была перемусолена таким огромным количеством блогеров. Вот. Но тем не менее, я только сейчас решила посмотреть передачи, связанные с этим. Во-первых, для меня странно то, что у людей постоянно разнятся показания. То есть, как на передаче сказали, так они и говорят. У Малахова они обсуждали, что это была вечеринка, посвященная зомби-апокалипсису. У Ксюши Собчак они сказали, что это был смех типа коронавирус-коронавирус, поэтому они были в таких костюмах. На какой-то еще они передаче сказали, что это просто были костюмы незащитные, там еще что-то. В общем, они в каждой передаче говорили совершенно разные вещи. У Ксюши Собчак зачем-то сделали постановочное видео этой ситуации. Зачем? Итак, описали впервые видео полное там вот этих вот событий. Ну, это же не настоящее видео, а ваше постановочное, вы его сняли, вот. Осуждать давай эту Екатерину Диденко. Ну, дура она, ну так получилось. Вот, ты должна была знать, как медик. Не должна она все знать. Ну, не бывает так, чтобы человек знал все в медицине. Не бывает. Я историк, но я не знаю прям всю историю, прям конкретно и досконально. Да, мы на первом курсе учили очень много чего-то такого вот общего. Историю России, историю Украины, то, все, историю там... первобытного общества, учили археологию, антропологию и еще кучу всяких историй. Вот. И история в том, что я, тем не менее, являюсь специалистом по истории Древней Греции и Древнего Рима. И я не могу досконально рассказать о других историях. Тут я должна быть спецом, тут я должна шарить. В истории Древней Греции, в истории Древнего Рима. Все, в остальных моментах я шарить не обязана. Также и здесь они учат что-то общее. Потом они, уже выбрав свою специализацию, они идут по ней. Даже если она пипец какой классный врач, но она, например, не стоматолог, она не может круто шарить в стоматологии. Так и здесь. Муж ей готовил сюрприз, ну вот такой он у нее лошара, он ей готовил сюрприз, причем здесь она, как она могла это предотвратить, она не знала об этом моменте. Столько видео на ютубе, где люди с этим сухим льдом что делают, сколько вечеринок с детьми с этим сухим льдом. Ну вот такие вот они, не сопоставили тот факт, что они это собрались делать в больших объемах, что они собрались это делать под... Проходи, что ты мявчишь? Ну, не хочешь, как хочешь. Что они собрались это делать в закрытом помещении, а не на открытом воздухе, как это у американских ютуберов, которые выкладывали видео эксперименты с сухим льдом и так далее. Ну, такая трагичная случайность. И вообще осуждать человека за то, что она ходила на эти передачи, возможно, она наивная дура и хотела раскрыть глаза на эту ситуацию, потому что все равно, если бы... она не пришла туда, если бы она не пришла на эту передачу, Малахов и прочие все равно сняли бы об этом сюжеты просто уже без этих людей, без этих героев, и обосрали, оболгали, перемусолили бы эту ситуацию с ног до головы все равно, потому что это сенсация для них, им нужно рубить бабло, им нужно делать сенсацию. Это как раньше, да, вот я когда-то смотрела с сестрами Олсен, то ли вызов, как-то так называлось, типа реалити-шоу у них там было, вот, это... фильм про реалити-шоу, вот. И, значит, там кто-то блеванул на камеру, и продюсер, и типа, ой, вот как неловко, а продюсер говорит, классно, это рейтинги, не вырезай, все нормально. Знаете, в таком духе была какая-то ситуация, вот. Так и здесь, это рейтинги, это деньги. Они бы все равно сняли об этом передачу. Возможно, они как наивные дурачки решили просто открыть глаза людей на это, а все равно их там перебрали, перемусолили, все равно их вывели на эмоции и так далее, да. Вот, возможно, у меня сейчас камера вообще затупит опять, наверное, возможно, вся история в том, что ей просто нужны были деньги, потому что все-таки она привыкла жить в Москве, жить в хорошей жизни, вот, ей не хотелось уезжать там к родителям, куда там, откуда она там вообще... Возможно, ей не хотелось просто уезжать, ей хотелось жить и дальше в Москве, и поэтому ей нужно было тянуть двоих детей, мама могла сказать, так, дорогая, собирайся, бабла нет, если ты хочешь, чтобы я тебя обеспечивала и так далее, да, переезжай обратно домой. Могла же быть такая ситуация? В принципе, могла, возможно, она просто хотела дальше жить в Москве в нормальных условиях и так далее, и поэтому она согласилась на эти передачи из-за гонораров. Все-таки двое детей, их надо как-то тянуть. Потому что остальные участники, они как бы не присутствовали на всех передачах, потому что нафиг оно им не надо, видимо, вот. Они как бы срубили свое бабло и все на этом.
Очень ужасная ситуация. Хорошо, это они это показали в сторис, это размусолено Малаховым. Но сколько таких ситуаций, когда люди умирают по случайности, когда люди умирают, я не знаю, у меня из жизни были ситуации, когда человек просто кубарем полетел в подъезде, споткнулся, упал, вылетел из окна в подъезде. Все, пятый этаж, человек умер. Вот. Были ситуации, когда мужик наступил в сугроб, а там почему-то была пила, и его просто распанахало. Вот. Бывало очень много нелепых, конченых ситуаций, смертей. Чувак, были настройки, один был пьяный, это самое, и зацепился цепочкой, как-то задушился там, упал или что там случилось, вот, и он задушился. Были, фу, все, на себе показала, по бестолковке, по дереву постучу. Была ситуация, когда тоже пьянка-гулянка. Меня при этих ситуациях, в этих ситуациях не было рядом. Вот, но тем не менее, это ситуация из жизни моих знакомых. Пьянка-гулянка, чувак пошел мордень обмыть, вот, бухенький, и все, буквально секунды не успели спасти, и медики тоже присутствовали, сестра-медик тоже там присутствовала, растерялась, ситуация такая критическая, она растерялась, она не знала, что ей делать, уже ничего не надо было делать, все, они уже не успели. Поэтому, что говорить, ситуации бывают разные, даже если она фармацевт, она не человек, который привык оказывать первую помощь, привык приезжать на какие-то такие вот ситуации, когда, ну вот что-то вот такое страшное происходит, возможно, она просто растерялась, я не знаю, о чем думал ее муж. И был такой момент, когда, в принципе, ему уже видно было, что люди умирают, что им становится плохо, он никого не пошел спасать в воду, в бассейн, но он, тем не менее, почему-то пошел в бассейн и пошел вглубь. Мне кажется, что он просто понял, что люди умирают из-за этого его сюрприза, вот, и он понял, что его посадят. Возможно, он просто этого испугался, большого срока тюрьмы и так далее, и понял, что лучше просто умереть, все. Осуждение друзей, осуждение их родителей, жить с этой тяжестью на сердце, на душе всю жизнь, возможно, он решил, что для него лучше умереть, и поэтому отправился и сам потом тоже в этот бассейн вглубь. Но вся история в том, что его пошел спасать работник бассейна, он умер, об этом даже никто ничего не сказал, он умер ценой, ценой его жизни, он его спасал, тем не менее, работник умер, это создание тоже умерло, вот, я не знаю, в общем, хватает нелепых случайностей, нелепых смертей, они случаются каждый день и неоднократно, просто нужно беречь себя, думать своей башкой, не нажираться до поросячьего визга, не нужно повторять эксперименты, которые вы видите в интернете, потому что люди могут быть придурками. Есть один чувак, который тоже провел весьма интересный в кавычках эксперимент и просто умер в прямом эфире. Это YouTube-блогер, имени его я не знаю, но об этой ситуации я знаю. Он там экспериментировал со змеями ядовитыми и так далее. Сколько раз на канале Discovery была семейная пара, и постоянно мужик засовывал свою голову в пасть крокодилу. Ну, все-таки капелька пота упала на язык крокодилу, и пасть его автоматом заткнулась, все, мужик умер. Сколько таких моментов нелепых происходит, не нужно всякую херню повторять, блин. Вот мы такие люди, мы привыкли экстремальное дни рождения отмечать, да нафига оно вообще надо? Я этого не понимаю. Я не понимаю, когда встречаются, нажираются, как свиньи, теряют свое имущество. Я еще могу понять, когда это чудят подростки, но я совершенно не могу этого понять, когда так чудят 40-летние люди. Есть у меня такие примеры в жизни, к сожалению. Если я говорю, что у меня такие примеры в жизни есть, это не значит, что это мои там липшие друзья, и мы с ними там постоянно корефанимся и так далее. Нет. Это просто какие-то знакомые, соседи, знакомые знакомых, люди, с которыми я когда-то училась в школе или когда-то жила в одном дворе или еще какие-то моменты. Это не значит, что это мои знакомые, вот прям такие. Но есть у меня такие знакомые, которые уже в 40 лет все равно ищут приключения на свою задницу. Теряют свои вещи, топятся, набухиваются, валяются где-то. Это печально. Это печально, когда ты видишь этого человека и думаешь, что он семьянин, что он взрослый, сознательный.
серьезный. А на самом деле этот человек просто свинота, которая любит валяться под забором периодически. Это все ужасно, вот. И нелепых смертей на самом деле хватает. Они каждый день происходят. Все. Как-то так. Вот такие передачи, вот такие фильмы ноября. Вот, которые я посмотрела и вам тоже рекомендую. Еще я рекомендовала вам в начале этого года, ну ближе к середине, наверное, даже, да. Я рекомендовала много книг, там целый список книг был, вот. Много из этих книг были о жизни индейцев, о жизни белых людей, вот, англичан, американцев, и так далее. И был один очень клевый фильм. Я не помню, как он назывался. И это видео, к сожалению, на Ютубе удалено. Я его поискала в хороших фильмах у себя в плейлисте и... Оно удалено, и удален клип, посвященный этому фильму. Я еще раз пролистаю, если я увижу, я об этом вам сообщу. Опять батарея разряжена. Я об этом вам сообщу, но пока так, вот, пока такие фильмы ноября. Смотрите с удовольствием. До новых встреч!